Общественник 2019 лучшего в номинации «Социально-общественная сфера» окружного конкурса «Человек года» муромляне выбирают сообща. Сегодня состоялся второй этап голосования. За выдвинутых кандидатов голосовали представители общественных организаций. Подробности у Елены Петровой. В округе насчитывается 32 социально значимые общественные организации. На соискание звания «Человек года 2019» были выдвинуты достойные кандидаты. Первый кандидат – это Сумкин Андрей Валерьевич, председатель общественной организации «Феникс». Эта организация объединяет инвалидов-колясочников с нарушением опорно-двигательной системы. Андрей Валерьевич возглавляет эту общественную организацию 20 лет. Второй кандидат – выдвиженец от нашей партии местного отделения «Союз пенсионеров России» округа Муром, Ратаева Эрика Валентиновна. Это достаточно молодой пенсионер, который влился в эту организацию в 2009 году. Андрей Сумкин видит свое будущее на общественном поприще в решении проблем людей с ограниченными возможностями и продвижении новых действующих программ и проектов. Программа «Муром. Город открытый для всех». Затем у нас есть перспектива развития спорта для инвалидов. В частности, у нас сформирована команда для игры в бочи. Мы уже неоднократно выезжали. Ну и досуговые дальнейшие какие-то мероприятия. И помощь инвалидам не только членам организации «Феникс», но и всем тем инвалидам города Мурома, которые обращаются к нам за помощью, и мы не отказываем. Эрика Ратаева создала для пенсионеров вокальный коллектив «Окские напевы», выступления которого стали желанными для всего города. Кроме того, общественница с большой буквы учит пожилых людей быть уверенными компьютерными пользователями. Мы занимаемся пением. Пением, и я обучаю наших коллег на компьютере. 3 года подряд я езжу во Владимир на чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 2 года я занимала первые места, а в этом году 3-е место. Сегодня представители общественных организаций голосовали за своих избранников по 10-бальной системе. Также муромляне могут отдать свой голос за Эрику Ратаеву или Андрея Сумкина до 1 августа на сайте администрации округа. Имя победителя будет объявлено на церемонии награждения в пятницу. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром.